Всем добрый вечер. Продолжаем цикл подвижных игр для единоборств. Мы сегодня предлагаем игру, называется «Тяни круг». Что для этого надо? Команда людей образует круг, в центре любые предметы. Задача. Все берутся захваты. Захваты взяли. И натаскивая ближних партнеров, задача, чтобы кто-то коснулся мяча. Тут могут мячи, любые фишки мягкие быть. Кто коснулся? Нет, я показываю правила, объясняю. Коснись один, блин, коснись. Вот, коснулся, раз, выбывает и начинает там отжиматься, приседать, работать. И так до последнего. Ага, вот все, стоп. Это мы объяснили правила игры. А сейчас мы покажем, как эта игра играется. Готовы? Начали? Убегали, стремиться по партнерам ближнего заставить коснуться мяча. Убегаем. Кто коснулся, уползает. Мяч в центр. Да, примерно вот так. Погнали. Итак, до финалистов. Коснулся, ползай. Коснулся, ползай. Захваты не взрывать. Золотое правило. Захваты взорвали, все отжимаются сразу 10 раз. И приседаем. Поэтому захваты нельзя взрывать. Все, работаем в захвате. Контроль не теряется. Коснулся. И вот теперь остаются финалисты. И финалисты разыгрывают нас. Пусть так есть. Все. Погнали. Вот коснулся. Определяется победитель. Мы сейчас показали игру. Мы сейчас не играли в полной скорости, потому что конец тренировки, сил нету. Задача показать, а не зарубаться сейчас перед камерами. Вот желаем эту игру освоить. Она полезная, нужная. Кому пригодится. Всем привет, пока.